Хайога и своими шумки, мы продолжаем проводить игру по названием Агент Лис, операция Робопёс. В принципе, у нас уже снято на час геймплея. Мы с вами в развлекательном центре, так сказать. Сейчас пытаемся открыть дверь. В прошлой серии мы с вами поиграли на катке, так сказать. Сделали двойной какой-то там переворот. Может быть, мне стоит связаться с Павианной? Нет, зачем? Одеваем очки. Сквозь розовые очки все становится розовым. Смотрим сюда. Этот злодей дунул на анализатор дыхания. На экране появляется какое-то изображение. Кажется, это пирог с ананасами. Этот анализатор дыхания пропускает тех, кто ел пирог с ананасами. Чтобы попасть внутрь робопса, нужно съесть пирог с ананасами и дунуть на анализатор дыхания. Теперь я смогу узнать, где на выставке можно найти пирог с ананасами. Ой-ей! Давай тогда у первого спросим. Можно, что вы можете рассказать о Наполеоне Лероше? Он очень много времени проводит в своих оранжереях. Наверное, он смотрит ваши трюки. На самом деле, он не очень хороший зритель. Так, о пироге. Что вы знаете о пироге с ананасами? Как вы можете думать о еде в такое время? Мой мозг получает сигналы от нейронов, обрабатывает данные, оценивает их и либо посылает приказы телу, либо просто сохраняет информацию на будущее. Я не могу есть, когда я слишком расстроен. Вы можете найти такое блюдо в Шато Лерош. Спасибо. О, Шато Лерош, мы сейчас так не можем попасть, да? Так, ну, нам приходится только идти, получается, сюда. Там у нас ничего, там у нас ничего. Так, теперь у нас два варианта. Ну, в принципе, микромир мы пойдем и туда жука отправим. Вы представляете, сколько свечей можно сделать, если растопить все эти восковые фигуры? Не смешно, ведь восковые фигуры — моя работа. Так, а если так, могу я сходить туда посмотреть? Эй, вы! Туда нельзя! Выставка восковых фигур еще закрыта! Понимаете, я снимаю телевизионное шоу под названием «Вход в музей восковых фигур». Я все понимаю, но войти внутрь вы не можете. И, пожалуйста, отойдите и не загораживайте мне термометр. Я должен внимательно следить за ним. Зря ты это сказал, приятель. Зря. Вот это шпионское приспособление. Температура повышается с неимоверной скоростью. Извините меня, но мне кажется, температура поднялась гораздо выше 80 градусов. О нет! Я должен вызвать механика по ремонту кондиционеров! Вот беда! На это может уйти целая вечность! Окей, теперь... Шпи тепло — определенно полезная вещь. Теперь мы можем хотя бы войти и посмотреть, что все-таки там есть. А, Жанна Драк. Она посвятила свою жизнь борьбе за свободное распространение мороженого. Ее сделали покровительницей холодного молока. Томас Эдисон, изобретатель дырявого зонта, черных ламп дневного света и двигателя внешнего сгорания. Черные лампы. После их использования вы приобретете возможность видеть в темноте. Ну, понятно, о ком это говорят. Просто завалюлировано, так сказать. Джордж Вашингтон. Он был тем, кто первый додумался использовать желатин. Он делал из желатина кроссовки, галстуки и даже кирпичи. Все это выглядело очень стильно, хотя и быстро портилось.
Мадлен Тара-Колбрайт, которая боролась за права шестилапых. Целью ее жизни было создание хороших условий проживания в гостиницах. Луи Марлинстронг, очень успешный джазовый исполнитель, написавший множество песен, например, «Как прекрасен океан» или мою любимую «Зададим джаз». Вольфганг Поварский, очень талантливый шеф-повар, известный своей способностью готовить блюда буквально из воздуха. А еще что? А все? Ну, вот, в принципе, 4-5. Раз, два, три, 4-5-6. 6 отсылок на каких-то личностей. То есть создатели всяких механизмов. Жанна д'Арк. В твоей работе есть недостатки? Это униформа. Все сразу догадываются, что я охранник. Но ты и есть охранник. Вот именно. А еще ты в юбке. Значит, ты шотландец. Не трогай ключи. Лапы прочь. Это ключи от всех павильонов выставки, и я за них отвечаю головой. Ну, вообще-то, я хотел только посмотреть. Все равно, ключи не трогать. Я не могу войти внутрь. Дверь закрыта. Окей, и что у нас получается уходит? Первое, это нам нужно сходить за ключами. То есть нам нужен тот же самый фотоаппарат, да, дубликатор. Термитная бомба, походу, нам еще не нужна. Поэтому... Я могу сделать вот что. Во-первых, сходить все-таки сделать фотографии. Нет. У дантиста. Во Франции. Турист. Глоб. Посудомойщик. Пускай будет лучше. Кажется, была очень большая выдержка. Могло быть и лучше. Выкину я эту фотографию. А, смысл? Рыбак. Спортсмен. Так, мне же нужно этот делать. Ладно. Давайте тогда я у него спрошу. Вы случайно не знаете, где найти пирог с ананасами? Пирог с ананасами? Что ж, это блюдо готовили в Шато Лерош на прошлой неделе. Оно приобретает особенный вкус, если туда добавить кусочек сахара и щепоточку кардамона. Я верю вам на слово. Так, ладно. Дубликат ключей нам нужен, по-любому. Я как раз в лифт сяду и поеду наверх. И того у нас выходит, где дубликат. Это фотодубликатор ключей. Дальше. Автомат со шпионскими устройствами. Да это я понял. Кнопку. Ну, я думаю, можно забрать. Это шпипылесос. Отпечатки мне еще на самом деле так не нужны. Так, и у меня остается, получается, один предмет, который я еще не могу взять, это ложка. Тогда пускай он здесь пока что лежит. Сначала мы пойдем с вами сделаем дубликаты. Для чего? Так как я полечу наверх, там была печка. С печкой по-любому смогу потом воспользоваться. А это мне позволит, так сказать, создать ключи, которые мне нужны. Так, а сейчас сюда. Какой же ключ сфотографировать? Так, ну понятное дело, что первый. Ключ номер один. А,
А, блин, подожди, это мне каждый раз нужно будет ходить туда, чтобы создать ключ. Ё-моё. А вот это вот немного и приятно. А, поехали. Входи, Рейджинальд. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вы можете приготовить пирог с ананасами? На конкурсе поваров я приготовила лучший пирог с ананасами. Конечно же, я могу его приготовить, то есть могла бы. Но сейчас у меня есть только один ананас. А вы можете приготовить это блюдо из одного ананаса? Нет, не могу. На хороший пирог с ананасами идет ровно два ананаса. Сейчас пойдем с дублей. Вот, вы можете взять это. Если вам удастся найти что-то похожее, я с радостью приготовлю вам пирог с ананасами. Спасибо. Два ананаса, я принесу их вам. Дина на кухне готовит обед. Раз-два. Лерош, когда я расправлюсь с твоим рабопсом, я обязательно найду ресторан, в котором подают мои любимые блинчики. Боюсь, мистер Лис, вы не сможете ничего найти, потому что будете в тюрьме. И перестаньте убегать! Ну вот, я снова здесь, не успела опомниться. Мой путь к свободе все еще открыт. Так, ну это просто самое ближайшее, как я могу сюда попасть. Конечно, это только лишний диалог был. Ну ладно. Сейчас мы с вами сделаем дубликат этого нашего ананаса. Центр клонирования? Абсолютная правда. Положите на стол один предмет, нажмите на кнопку, и вы получите два предмета. Два из одного. Спасибо за ответ. У меня есть ананас. Пожалуйста, не отвлекайте нас от этой ответственной работы. Думаю, он хочет, чтобы мы это клонировали. Хорошо ли, ты можешь помочь ему? Только после тебя. Я настаиваю. Нет, пожалуйста, только после тебя. Я это сделаю. Не трогайте. Разве это неудивительно? Конечно. А эта машина может делать что-нибудь еще? Ну вот, Ли, мы так часто сталкиваемся с чужим непониманием. Это правда, Дол. Так, отлично. А теперь, а мне все равно сейчас выходить в этот... Ладно. Видите, то, что я не могу как-то ускорить его движение. Хотя, если escape нажму, но я думаю сейчас... Я боюсь, что закроется, а сохранить нет, тут нету. Понимаете, в чем проблема? Сохранить я не могу. Входи, Рейджинальд. Тут нет такой возможности. Потом приходится проходить один залп. Я принес вам два сочных ананаса. Это чудесно! Как хорошо, что вам удалось их найти. Они так похожи друг на друга. Наверное, они близнецы. Пирог, полуфабрикат с ананасами. Секрет приготовления вкусных блюд – тщательное смешивание лучших ингредиентов. Надеюсь, у меня будет возможность попробовать что-нибудь подобное. Готово! О, спасибо! Теперь анализатор дыхания пропустит меня, и я попаду внутрь огромного железного рабовца. Раз, два, три. Стоп.
Это мой блокнот. Я не понял. Здесь я храню шпионские устройства. А, чё? Можно воспользоваться вашей духовкой. Извините, в инструкции по использованию строго сказано, что духовкой может пользоваться исключительно шеф-повар. А вы не выглядите как шеф-повар. Раз, два, три. Ну что, где мне искать? Где мне тогда найти это? Так, мне нужно сюда. Потом через умывальник. Ну, через гидрант. Так. А, розовые очки, все, мы уже заюзали. Пирог с ананасами сделал свое дело. Теперь я могу пройти. Анализатору дыхания никогда не раскрыть проделку такого великолепного шпиона, как я. Должно быть, я в желудке робопса. Нужно все здесь осмотреть. Когда-то я стоял в очереди больше 12 часов. Я очень хотел прокатиться на одном популярном аттракционе. Я так хотел попасть туда. Для меня это было очень важно. Но меня отказались пропускать через турникет, потому что я был очень маленького роста. Все, кто был выше меня, смеялись надо мной. Я поклялся, что однажды я сам посмеюсь над ними. Наконец-то пришло мое время. Теперь моя очередь смеяться. Да, скоро, очень скоро мой планетик роботес включится, и никто не сможет помешать мне захватить мир. Да, за такие вещи все тут происходит. Подождите, у меня, получается, есть еще здесь два варианта. Да. Вкуснятина. Давайте наверх, допустим. Мне кажется, эту дверь открывает специальный прибор, распознающий отпечатки пальцев. Интересно, что произойдет, если... Фотография Лероша. Что-то подсказывает мне, если я хочу попасть в то помещение, нужно получить отпечаток пальца Лероша. Ну, это мне как раз поможет эта ложка тоже. Видите, минус то, что я не могу все сразу взять. Должно быть, именно сюда устанавливается выключатель. Мне нужно будет найти выключатель и попасть в то помещение. Хорошо, поехали. Нам наверх остается. Сюда либо сюда, да? Еще по кнопке. Эта кнопка управляет кормлением мухоловок мутантов. Не хотелось бы находиться в этой оранжерее во время кормления. Окей, пойдем направо. Этот свет ослепил меня. Мне нужно чем-нибудь защитить глаза. Ну, очки. Нам нужны такие светлые очки. А вот и светлые очки.
Как же мне достать эти очки? Сварщик всегда отворачивается от очков, когда что-нибудь поступает по конвейерной ленте. Интересно, смогу ли я взять эти очки, если он будет, не отрываясь, работать возле конвейера? И как ты хочешь... Попытаться, в принципе, можно. А заметьте, что глаза следят чисто за моим этим указателем, видите? Включим. Лента конвейера стала двигаться быстрее. Теперь спускаемся. Очки у меня. Это очень хорошо. Так, теперь возвращаемся на улицу. Духовка мне пользоваться пока что не дают. Это уже можно сюда вообще не ходить, в эти два здания. Так, приятель, твои очечи. Думаю, это ваши очки, прыгун. Мои счастливые очки. Не могу в это поверить. Ах, с ними все становится совершенно другим. Выглядит совершенно иначе, вы хотите сказать? Да, можно и так сказать. Где вы их нашли? Простите, я вытащил их из кармана моего смокинга. Ну, теперь я понимаю, что он мне даст. Можно взять ваши очки с темными стеклами? Да, пожалуйста, берите. Они мне больше не нужны. Но я бы не советовал вам прыгать в них из пушки. Спасибо, я это учту. Так, хорошо. Ну, пока что у нас логичное, что мы можем сделать, это только одно. Пойти чисто прямо. Хотя подождите, а готовка? Отпечатки. Мне нужно отпечатки по-любому взять где-то. Мне нужна ложка. Так, наверх. Ой, стой, не наверх. Мы тогда ехали по этим и пошли налево. Но это чтоб к черепахе, то есть. А на этот раз нам нужно направо. Стильные очки и первоклассная защита. Шпион должен быть готов ко всему. Моя хитрость может справиться с самым ярким светом. Здесь много венериных мухоловок и очень хорошее освещение. Интересно, что задумал Лерош? Здесь выращивают венериные мухоловки? Я, кажется, видел венериную мухоловку в шато Лерош и в ботаническом саду. Ну, погнали сюда. Какие-то отходы. Thank you.
интересное, почему здесь нет мухоловки? Ну, потому что... Здесь очень много мух. Наверное, эти мухоловки могут съесть огромное количество мух. Наверное, Лерош берет мухоловки именно отсюда. Подожди, а что ты мне сейчас Я еще никогда не видел такого количества мух в одном месте. Должно быть, эти мухоловки с удовольствием охотятся на мух. Ну, я сейчас на самом деле в тупике. Ладненько, давай тогда поставлю на паузу. Скорее всего, мне нужно сходить, жука оставить все-таки там, где нужно было. Ждите. Микромир. Давайте попробуем. Это не самая удачная идея. Это не самая удачная. Ничего не получится. И чё ж ты там мне предлагаешь? Что вы можете рассказать о Наполеоне Лероше? Странный тип. Любит ботанический сад. Говорят, он грубиян. Представляю себе. А я нет, паренек. У меня не хватает воображения. Окей, значит, нет. Без понятия вообще, что нужно теперь делать. Блин, а что у нас есть? Подождите. Листик. Листок с информацией от Ленни. Очки. Также у меня есть уже сфотканная вещь. Мой фотодубликатор ключей. Шпипылесос. Это не самая удачная идея. Подожди. Сейчас сходим, гоу-мух, может, нужно высосать? Или растение? Или озеро? Вот в воду. Ну, короче, сейчас посмотрим. Хотя, знаете, я сейчас понял одну вещь. А мы же не посмотрели, какой там код нужен, так ведь? На этой клетке висит замок с кодом. А, так тут эти, алло, символы. Квадрат, звезда, треугольник была. Я сделал это. О, большое спасибо, сэр. Я просто заменю эту чудовищную мухоловку на прекрасную розу. Отлично. Я могу избавить вас от этой мухоловки. Замечательно. Вижу, вы настоящий джентльмен. Не стоит благодарностей. Я просто изначально подумал, что, так сказать, код из цифр, поэтому я даже не стал смотреть на них. Потом я подумал, у нас же на листочке все-таки есть код. А чего он может быть? И потом вспомнил, что у нас есть мухоловка, которая типа в клетке с кодом, где нужен. А теперь самое логичное, это чтобы мухоловка эта высрала ключ. Для этого самое простое, что можно сделать, это отнести сейчас туда мухоловку и засунуть в гнездо. После чего мы покормим мухоловки, и она выбросит то, что держит в зубах. По-моему, сюда можно поставить еще одну мухоловку. Это Венерина мухоловка. Кажется, она все еще держит выключатель. Ну вот, о чем я и говорю, нужно теперь покормить, и она пустит мухоловку. Кажется, мухи привлекает Венерину мухоловку гораздо больше, чем выключатель от рабопса. Ну, понимаете, даже если так, это часть рабопса. То есть, для этого нужен код, как помните, говорили, отпечаток. Выключатель у меня. Скоро план Лероша будет сорван. Надо только выключатель. Посмотрите на них! Никто из них даже не подозревает, что каждый, кто заходит на выставку, помогает осуществить мой злодейский план.
Каждый поворот турникета приводит в движение шестеренки заводного механизма под воротами. Этот заводной механизм подключен к главному экспонату выставки, моему огромному робопсу. При вращении всех этих шестеренок заводится огромная пружина. Когда она будет полностью заведена, мой робопес оживет. После того, как миллионный турист пройдет через турникет, мой робопес будет полностью заведен. А потом, эта огромная гениальная машина поможет мне захватить мир! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! О, это великолепный план! Окей. И что мы, получается, делаем? На самом деле, я не знаю, что мы теперь делаем. Но сюда можно вообще же не возвращаться, по идее. Так, а нет, подождите, нам придется все равно вернуться, но нам все равно нужны отпечатки. А для этого я не знаю, что нам уже потребуется. Войти мы не можем. Говорит Уолтер Жучок, мне нужно получить важные сведения. Фотки. Вот. Что выкачать? Штип-пылесос. Выкачать. Что можно выкачать? Штип-пылесос. Хотя... А, мне уж нужно к резерке подключить. Подожди, тогда нужно искать, где у нас есть включатель к чему-то. Уф, сложно. Давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами остановимся. В следующей серии мы продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.